Привет, дорогие друзья, с вами я, Ник Паркер, и сегодня я буду проходить уровень The Ghost Chapel. И знаете, что тут, короче, можно будет пройти всего 3 левела подряд, а потом придется ждать 90 минут. Ну, короче, за сегодня я выложу, скорее всего, несколько роликов, ну, наверное, 2, и завтра, короче, полностью прохождение этого уровня в одном ролике не будет, просто будет поэтапное прохождение, вот как было там Stack Arena Challenge, по-моему. Вот, то есть точно так же. Поэтому, ну, эта часть, как знаете, самая легкая, наверное, будет, потому что тут первые 3 уровня, я вот посмотрел, там они вообще какие-то легкие, мне кажется, каждый их вообще сможет пройти. Поэтому, нет, давайте возьмем даже Crazy коровку, вот, в True форме, чтобы прям намного быстрее проходить, вот. И все, и в принципе, погнали проходить, дорогие друзья. Кстати, поделитесь вашими мыслями об вот этой вот, так сказать, новые акции, коллекции, там, June, сейчас Bright, что-то там, короче, об этой, потому что я особо не интересовался вообще, что у нас за штучка, только знаете, что меня смущает? Сейчас у нас вроде как июль идет, да, вот, а написано June, поэтому, как знаете, что-то не то, June Brine Capsule, кстати, надо посмотреть, вообще, кто тут есть, может, ну, меня тут, как минимум, я вижу. Так, ну вот Саркани нету, есть Вербена, нету Мизли, есть Ганглион, есть Циклоп, нету Хронос. Ну, в принципе, мне тут эти коты не прям нужны. Ну, сами видите, вот эти у меня все есть. Да и тут у меня нет только Брэнш, Лошит, Кол, Кэт. Вот, ну, в принципе, тут я открывать не буду, копим на капсулу на 5000 подписчиков. Вот, давайте сейчас пройдем еще 2 уровня и откроем 3 этих капсулы, потому что, если мне выпадет еще 2-й код, это вообще будет супер-бомба, плюс 5 баночек и, конечно же, плюс обкачки. Вот, ну, а мы погнали. Ну, тут очень довольно легко проходить это. Кстати, дорогие друзья, напишите, вы открывали на этой коллекции, вот, акции, просто мне интересно, вам что-то выпадало или нет, просто... Я еще не знаю, что вообще делает Хронос, вот, многие меня попросили снять полный разбор насчет этой акции, но я вообще сам пока ничего не изучил, поэтому не могу ничего точно сказать, вот, и скорее всего, ну, я видел, что Финити выпускал ролик про это, вот, поэтому лучше посмотрите его ролик, потому что он выпустил его первее, вот, и, наверное, он лучше меня знает, про что он говорит, так. Оп, ну тут уже, ну знаете, тут, короче, в конце будет самое только сложно, а так это легко на самом деле. Вот, ну и все, это 3-й уровень мы прошли. Вот, и все, в принципе. Лайты. Ну ладно, откроем, блин. Получается, мы откроем только 1 капсулу. Да, видимо так. И, кстати, блин, вот мне нужны сейчас срочно катамины, а потому что я вам уже пообещал сделать 2-ю часть, как я прохожу Crazy котов. Точнее, Мэнни котов. Вот, и то есть у меня пройдены 3 этих, а дальше мне не хватит. Я хочу еще, мне еще, получается, еще нужно 6 еще катаминов А, и тогда я буду проходить в ролике Кросс, Коу и Бёрд. А потом в финальном буду Фиш, Лизард и Титана проходить, вот. Ну, мы открываем капсулу, если нам выпадет кот, это просто, это разрыв, я вам отвечаю, если тем более новый выпадет, это просто будет шикарнейше. Ладно, спид ап. Жалко, что он именно нам выпал. Вот. Ну-ка, давайте посмотрим. Я знаю, что тут 2 только кота, да? У меня есть вот этот. Блин, вот этот. Вот я был бы рад лучше, если бы мне выпал верхний кот, а не нижний. Вот нам больше тут ничего нет. В принципе. Ладно, ждите следующего ролика сегодня, как я буду проходить еще дальше. Вот этот вот уровень. И напишите, сколько прошли ли вы его вообще или же нет в комментариях. Комментарии я обязательно прочитаю и, возможно, поотвечаю. Блин. И всем удачи, всем пока.